Кадровые перестановки сегодня произошли в одной из ключевых финансовых структур страны. Владимир Путин сменил руководителя Внешэкономбанка. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Дмитриев, который возглавлял госкорпорацию с 2004 года, освобожден от должности. Его место займет один из топ-менеджеров Сбербанка Сергей Горьков. Внешэкономбанк отвечает за создание условий для экономического роста и стимулирования инвестиций. В последнее время разгорелись дискуссии об эффективности управления ВЭБом для погашения задолженности, которого к 2020 году, по данным аналитиков, могут понадобиться дополнительные средства.